Туркменистан в 2020 году широко отметит юбилейную дату за 25-летие обретения статуса постоянного нейтралитета. По случаю юбилея внешнеполитического статуса в нашей стране и за рубежом в течение всего 2020 года под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета» пройдет серия различных мероприятий, череду которых открыла состоявшаяся 14 января 2020 года в Ашхабаде при участии президента Туркменистана Курбангулы Бердимухамедова международная конференция «Туркменистан и международные организации. Сотрудничество во имя мира и развития». Сегодняшнее наше мероприятие посвящено 25-летию принятия Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Подлинным успехом внешней политики Туркменистана стало провозглашение постоянного нейтралитета 12 декабря 1995 года на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В силу своих целей и задач, определенных уставом и в целом заинтересованности в миролюбивой политике, Генеральная Ассамблея ООН пошла по пути поддержки признания нейтралитета Туркменистана и обеспечения гарантий существования. Так в резолюции подчеркивается, что ООН, выражая надежду на то, что статус постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению мира и безопасности в регионе, признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета. Этот день стал важной вехой жизни молодого туркменского государства, определившей стратегический и политический курс Туркменистана на будущее. Подобный уникальный документ принят впервые в деятельности всего международного сообщества наций. Поддержка ООН – редкое явление в более чем полувековой истории этой международной организации. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН выражает признание и поддержку статуса нейтралитета Туркменистана со стороны всех членов мирового сообщества, а также призывает государства уважать и поддерживать его. За ее принятие на сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно проголосовало 185 государств-членов мирового сообщества. Стоп. 25-летняя история туркменского нейтралитета наглядно продемонстрировала всему миру его высокую значимость. Накопленный опыт наглядно показывает, что понятие туркменского нейтралитета имеет множество аспектов, и поэтому из сугубо статусного понятия он стал универсальным инструментом реализации потенциала международного сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Обретение статуса постоянного нейтралитета стало для Туркменистана ключом к решению важнейших задач государственной самостоятельности. В настоящее время Туркменистан идет по пути внедрения новых методов, нацеленных на развитие идей нейтрализма, инициируя и применяя подходы, отвечающие современным реалиям международной политики. Как показало время, Туркменистану удалось насытить понятие нейтралитета реальным содержанием активного участия на международной арене, наладит равноправные отношения как с сильными мира сего, так и с ближайшими соседями. В этой связи по долгу службы не могу обойти вопросы развития туркмено-белорусского сотрудничества. Что касается внешнеполитических устремлений Туркменистана и Республики Беларусь, то хорошо известно, что по международной повестке дня двух стран нет расхождений. И здесь всегда оказывается взаимная поддержка, в первую очередь в рамках ООН и его структур. Миролюбие, уважительные отношения к другим народам и культуре и традициям, толерантность, являющаяся базисными критериями нейтралитета, обрели новое качественное наполнение во внешней политике и дипломатии Туркменистана в современную эпоху. Под руководством уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова наша страна на деле подтверждает соответствие туркменской модели нейтралитета идеалам и целям ООН, ее эффективность международных миротворческих усилий в регионе. Опираясь на нейтральный статус, Туркменистан последовательно расширяет международные связи, развивая конструктивный диалог как на межгосударственном уровне, так и в формате взаимодействия с авторитетными международными организациями и, в первую очередь, с Организацией Объединенных Наций. Нынешний 2020 год в Туркменистан объявлен «Туркменистан – родина нейтралитета».
В этой связи осуществляемые масштабные мероприятия демонстрируют всему миру успехи нашей страны, достигнутые за короткий по историческим меркам период под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан встречает юбилей нейтралитета в обстановке мира и созидания, добрососедства, уважения и взаимопонимания со своими друзьями и партнерами по мировому сообществу. Нейтральный, миролюбивый Туркменистан и впредь будет делать все необходимое для укрепления мира и безопасности на нашей планете, вносить свой вклад в развитие и прогресс человеческой цивилизации. В ознаменование 25-летия принятия резолюции Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана в беломраморной столице нейтрального Туркменистана в городе Ашхабаде 11-12 декабря 2020 года состоится международная конференция «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», куда приглашены руководители многих стран мира и авторитетных международных организаций, видные деятели политики, науки и культуры мира.